Так, ребят, всем доброе утро. Я вижу много новых лиц, это приятно. Всем уже спасибо. Больше часть пришла своевременно, это хорошо. Значит, сегодняшняя программа, повторю на всякий случай, хотя вы, в принципе, ее знаете. Начинаем с утреннего питча, как всегда. Затем будет две лекции по монтажу, я и Сергей. И затем будет практикум уже с использованием монтажных программ. Так, начинаем с питча. Я вижу, люди, которые хотели выступать, уже готовы. Кто первый? Ирис, прошу. Вызвалась сама Ирис, поэтому это смело. Будет видео, да. Раз. Блестяще. В прошлый раз Олег потратил минуту 46,
Но нажалуюсь, что это даже маловато, хотя он много чего рассказал. Хорошо рассказала, без бумажки, правильно? Да, хорошо эмоционально рассказано, история действительно волнующая. Есть претензии немножко к истории. У нас ситуация такая, у девушки возникли проблемы, появилась фотография, ее опозорили, она преодолела неприятности и осталась, сумела самореализоваться. Правильно, да? Вот это мало. Нам не хватает еще звена в середине, что она конкретно необычного сделала, чтобы решить свою проблему. Вот это важно. В любой истории, в любом сюжете, если мы хотим заинтересовать зрителя, нам мало только завязки. Завязка хорошая, то, что надо. Многие будут сопереживать, и наверное, кто-то попадал даже в такие ситуации. Сейчас это тема, так сказать, с сетями, все это круто. Но дальше важно, поскольку героиня все-таки у нас Маша, вот. Нам нужно понять, что она сделала, и главное, что она необычного такого сделала, чтобы из этого выбраться. Есть какая-то вот информация? Нет, она просто выпала из всей жизни. Я думаю, Маша просто поняла, что не имеет смысла обращать внимание на то, что не было. Отлично. Это самоосознание, это ее, ведь, в принципе, ее же выбор остаться там и так далее. То есть она наверняка что-то в себе пересмотрела в плане поведения, но нам нужно понять, как это произошло в плане сцен, то есть кто-то ей посоветовал, пошла она, я не знаю, психотерапевту, в монастырь, на йогу, или еще куда-то в лес ушла одна, там, бродила. То есть для кино нужна какая-то визуальная составляющая, как она это все преодолевает. Понятно? Ясно. Так, какие еще мысли есть по поводу рисунка, Олег? Как ты сказал, это 9 класс, значит, ей 15 лет. Они ровесники за это не сажают. Ну как не сажают? Нет, почему сажают? То есть это нельзя и несовершеннолетним делать. А что, совершеннолетним можно, а несовершеннолетним, наоборот, несовершеннолетним можно, что ли? Нет, это 16 было уже согласие. То есть да. Если бы она Да, странно, что она действительно никуда не обратилась. Вот, это тоже история, почему она не обратилась в полицию и пошла каким-то своим собственным путем. Об этом стоило рассказать еще. Вот. Кстати, хорошо, что ты рассказала о том, что история волнует и актуальна. Да. Да, мне кажется, здесь как раз можно было бы еще интересный момент ее выбора. После всей этой истории у нее уже были разные версии, показать, почему она пошла именно таким путем. Но вот она затаилась, а не пошла в ту же там полицию или еще что-то. Она же могла развернуть, у нее было вариантов там масса, каким путем пойти. И вот этот вопрос ее выбора, вот это интересно. Ну, я думаю, да, это была бы очередная история про Шурыгину, где ее осудили как раз последнюю. Я ничего не хочу сказать по этому поводу, но я думаю, ситуация, когда ты понимаешь, что тебя осуждают все, и у тебя просто отбирают какую-то возможность и дальше выступать, петь и так далее, ты не думаешь, что после похода в полицию что-то решится в твою сторону. Тем более, как я уже упомянула, Соколов был очень обеспеченным мальчиком, и родители таких людей очень легко откупают своих сыновей от ответственности. Вот это как раз отличная информация. То есть, по большому счету, то, что она как-то сама собой все это пережила, означает, что было давление общества. И вот об этом расскажу сказать. Коротко, да, два комментария. Да, потому что не раскрыт тот момент, когда девушка такого набирает за месяц 20 килограмм, да? Ну, она очень сильно переживает, то есть, не находит себе силу, мотив возвращается обратно на сцену. По нее недостаточно знаем. Там были таблетки, это типа антидепрессанты, на них очень многие набирают. Ну, хорошо, да, и Лиза. А у меня небольшой вопрос. Если я правильно услышала, поняла, ее фотографии опубликовали в беседе, там еще где-то. Да. А за публикацию детских фотографий разве? Тоже, ну там, видимо, богатый сынок, богатых родителей, да, не общество. Ну, мне кажется, за коррупцию у нас тоже, по идее, сажают, но по факту нет. Короче говоря, вот эта средняя часть развития, вот она подлежит еще к усовершенствованию. А так, спасибо за видео. Поскольку задание в основном направлено на то, чтобы внятно, понятно и коротко рассказать, в этом смысле оно выполнено на 5. Ну, истории могут быть несовершенными, это не такая проблема.
Готова? Начали. Девочка увидела, как мама надела красивое платье. Но ее внимание привлекла маленькая сумочка. Девочка знала, что мама достает эту сумочку только в торжественных случаях. Она подошла к маме и стала узнавать, куда жена собралась. Мама не хотела отвечать, потому что не хотела брать с собой девочку. Девочка начала истерить и плакать, и тогда мама сдалась и вынуждена была сказать, что она идет на свадьбу. Девочка начала просить, можно, я пойду с тобой на свадьбу. С учетом истерики мама согласилась при одном условии, что девочка будет вести себя хорошо и не отойдет от мамы. Свадьба за столом, сидит девочка, мама общается с гостями. Девочка понимает, что ей скучно, и просит маму отойти, можно я отойду на минуточку. Мама ей разрешает, но с одним условием, что та вернется через пару минут. Девочка обещает, что она все точно сделает и вернется. Через минут 10 девочка возвращается растрепанная. Просит маминого внимания, мама не реагирует и говорит, что нельзя вмешиваться, когда разговаривают взрослые. Девочка сидит, молчит, через какое-то время девочка начинает истерить и плакать. Мама обращает на нее внимание, что же случилось. Оказывается, девочка каталась на перилах и упала. Родственники молодоженов несут полотенце, лед, начинают успокаивать девочку, предполагая, что это всего лишь навсего ушиб. Девочка успокаивается, но через какое-то время опять начинает плакать. Тогда было принято вызвать скорую. Приезжает скорая, у девочки начинается истерика, она начинает еще больше плакать, закатывать глаза, истерить и терять сознание. Было принято решение нести девочку на носилках. Через весь зал девочку несут на носилках. Мама торжественно идет за девочкой, несет свою сумку. Больница. Девочки накладывают гипс. В это время мама звонит по городскому телефону с коридора папе. В это время нет мобильных телефонов, невозможно вызвать такси. Мама звонит и просит их забрать с девочкой. Папа говорит, что мама идиотка, но он приедет. Папа приезжает, мама спускается с девочкой, садятся в машину, они едут. До их дома 30 километров. Папа сообщает, что нужно заправить машину. Мама объясняет, что у меня нет денег, моя маленькая сумочка только для помады и сигарет. Тогда папа говорит, что выходите из машины, собственно, нет денег, вы никуда не едете. Ночь, они на дороге, мама и девочка. Девочка плачет, истерит. Мама голосует, в итоге они ловят машину, их доводят до дома. Рассвет. Девочка ложится спать, на следующий день для девочки ничего не изменилось. Мама и папа продолжали жить вместе. Через 10 лет папа умер, мама плачет. Девочка сидит спокойно и спрашивает маму, передавая ей платок из той самой сумочки. 3 минуты. Ты его любила? Мама отвечает, нет. А зачем ты с ним жила? Я хотела, чтобы у тебя был отец. Теперь тема идеи, чем история заинтересовала, коротко. То есть вот вы тоже не забывайте об этом. Скорее, наверное, то, что в этой семье такая поломанная любовь у всех, и к ребенку, и между родителями. То, что эта девочка живет в своем проблемном мире, родители живут в проблемном мире, и никто не хочет решать никаких проблем, преодолевать каких-то трудностей, и каждый остается сам по себе. Так, значит, историю все-таки удалось уместить в 3 минуты. Она, молодец, была рассказана четко. Никто не потерялся, да, пока историю рассказывали? Да, нормально, да? То есть бывает так, что мы столько деталей вставляем, что просто сознание отключается, и ты вываливаешься из повествования, ну, понимаешь, что происходит. Вот девочка, вот она попросилась на свадьбу, вот она упала, сломала ногу, вот она в больнице, вот папа везет, папа отказался везти, вот папа умер. Да, событийный ряд у нас. Есть проблемы. Значит, отношения в дисфункциональной семье воспроизведены хорошо. Так это все и происходит. Но все-таки, когда мы рассказываем историю, когда мы рассказываем какой-то сюжет, нам нужно чем-то зрителя заинтересовать. Я не призываю стараться зрителю угодить, стараться прямо ему понравиться, прыгать перед ним на задних лапках.
Но все равно современный зритель, он настроен на определенного рода уровень, скажем так, мастерства драматургического. Как только его нет, зрителю становится просто скучно. О дисфункциональной семье нужно рассказать, показав все-таки какую-то относительно более нестандартную ситуацию, чем просто банальный перевод. Вот для меня история началась, когда папа попросил их выйти. Вот здесь мне стало интересно. До этого я видел, ну, нормальная история. Ну, вот девочка, вот она просится, вот свадьба, вот она упала. Ну, дети падают постоянно, там что-то с ним происходит. Ну, да, сломал ногу, непонятно, но это тоже не неординарная ситуация. А вот когда папа говорит, нет денег, ну все, идите пешком. То есть это черт знает что. Тут мне стало интересно. Вот здесь вот с парочкой, с мамой, с дочкой должно было что-то произойти. Здесь должно, собственно, история началась, тут у них должна возникнуть проблема больше, чем были до этого. И когда они разрешают эту проблему и в финале возвращаются к папе и воспринимают это как должное, мы понимаем смысл истории. Смысл такой. Женщина сохраняла ненужную, идиотскую, вообще не работающую, дисфункциональную семью, потому что думала, что таким образом у девочки будет детство. А на самом деле у девочки был ад. И это так можно показать в этой истории, как они идут по ночному пути, их кто-то подбирает, кто-то опасный, они еле-еле от него убегают, они сейчас так просто не бред придумывают. Вот здесь история начинается. Понятно, да? Смотрите, любая история — это не обычная жизнь человека, а это всегда обычная жизнь, которая где-то переломилась. Вдруг что-то пошло не так, очень важно. Важно, чтобы герой попал в неординарную ситуацию. В ситуацию, которая не охватывается его жизненным опытом. Вот любой фильм возьмите, вот любой абсолютно. Там всегда герой живет в состоянии определенного равновесия. Более-менее у него все ничего. Не очень, конечно, но потом что-то случается, и вдруг оказывается, что он должен действовать как-то вопреки собственному характеру. Понимаете, о чем я говорю? Огромный тонущий корабль — это то самое. То, что ты не можешь выйти из одного дня — это об этом. Расследование преступления, тебя обвиняют в преступлении, которого ты не совершал — это сегодня будем говорить. Это не охватывается вашим опытом. Сюжет — это всегда про такую ситуацию, в которой герой оказывается первый раз в жизни. Понимаете? Важно, что это была не 25-я ситуация, не миллион 21-я, а первый раз он вдруг оказался в ситуации, по поводу которой у него нету какого-то штампованного поведения. Вы понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю? Вот. Все. Все равно спасибо. Очень легко. Так, что у нас отлично? Отлично. Ну, слушайте, давайте, ну да, в 3 минуты укладываться. Это в этом как бы главное правило. Сейчас, секундочку. Значит, еще не забывайте представляться. Рассказывать, почему история заинтересовала и вообще какова тема идеи, чего вы хотите сказать. Так. Да, нет, ну, с композитора сама делаем. Готово? Не Лена? Ну, все равно начали. Всем привет, меня зовут Елена. Эта история случилась с моей знакомой много лет назад. Ее зовут Катя. Вот она встречалась с молодым человеком по имени Саша. Очень сильно его любила, как и он ее. Вот, они встречались несколько месяцев, и сначала все было очень хорошо, но потом она поняла, что их отношения идут не той дорогой, как она представляла вначале. Он контролировал каждый шаг, каждое движение, каждый жест, то есть он принимал все решения за нее. Она поняла, что она перестала принадлежать самой себе, и та любовь, которая была вначале, ее уже просто нет. И она решает с ним порвать. Вот. У них случается разговор, она объясняется с ним. Конечно же, он это не принимает, он начинает ее умолять, просить остаться. Она ни в какую. Тогда он начинает ей угрожать, что он жить без нее не сможет, и если она его бросит, он покончит с собой. Но Катя все равно ушла, вот, и тогда она не знала, что видела его в последний раз. У Саши созрел план. Он приехал в гости к своей маме. Вот, он редко у нее бывал, поэтому мама была очень счастлива увидеть. Она сделала его любимое блюдо, сварила борщ, они сидят за столом, разговаривают. То есть мама расспрашивает Сашу о его делах, о том, как все у него происходит в жизни сейчас. И она совершенно не замечает, что сын очень угрюмый, что он отвечает бессвязно, коротко, что он постоянно похлопывает по карману своих джинс, что на тумбочке у дивана появилась пачка бинтов,
которой никогда раньше там не было. Вот. А затем Саша просит маму добавки, мама уходит на кухню с тарелкой, чтобы налить ему еще. В этот момент Саша садится на диван и достает из кармана лезвие от бритвы. Мама наливает супа, наливает очень много, идет по коридору осторожно, чтобы ничего не пролить, заходит в комнату, вскрикивает, прижимает руки к груди, тарелка падает на пол, красная вода растекается по полу, смешивает другой красной жидкостью. У Саши был план. Он хотел совершить попытку самоубийства, но так, чтобы его спасли. Чтобы мама зажала раны, вызвала скорую, и то есть все закончилось бы хорошо. Но Катя бы об этом узнала, она бы, конечно же, обвинила себя во всем, вернулась бы к нему и никогда уже от него бы не ушла. У Саши был план, но он не подумал о том, что его мама, когда увидела своего сына в луже собственной крови, она настолько была шокирована, что она ничего не смогла сделать, кроме как заливаться слезами и прижимать его к себе. Она не вызвала скорую, она не закрыла его раны, и он умер у нее на руках. На руках. Там времени еще нет? Катя, конечно же, об этом узнала, и, конечно, вначале ей было очень тяжело, но со временем она с этим смирилась, и сейчас она замужем, у нее двое детей, она вполне счастлива, но вот мама, она, конечно, не смогла оправиться от такого, она винила себя, и это подкосило ее здоровье, и спустя пару лет она тоже умерла. Давайте послушаем. Аплодисменты. Знаете, вот если хорошо сказала, четко, внятно, нет, реально, вы молодцы, рассказывайте, вы хорошо. Упражнение работает, по-моему, почти уложилось. Все, а история опять никуда не годится. Значит, уж извините, просто буду говорить, как есть. Вот есть у нас ТЖД, да, «Россия-1», «Тяжелая женская доля», а есть еще ТРК, «Тяжелое русское кино». Это вот сюжеты вот такие, где герои несчастные, отвратительные, совершают отвратительные поступки, страдают и умирают потом в конце. Просветления вообще никакого, как правило, нет. Слушайте, ну вот честно признаюсь, вот знаете, вот лично для меня кино, вообще искусство, литература там, это и что-то, через что я узнаю о жизни, но это всегда развлечение, всегда кусок какого-то интертеймента. При этом Достоевский — это всегда бульварный роман, который просто сам по себе интересный, он сам по себе работает. Он туда, правда, Достоевский напихивает Бога, философию, глубочайшие темы, но если мы возьмем просто сюжет, поговорим там, да, это всегда детектив, это всегда триллер, это какая-то криминальная драма, бесы. Всегда жанровое произведение, которое прочитает человек, которому даже плевать будет на Бога, там, на старцу Зосиму и так далее, и так далее. Поэтому в этой истории нам нужно. Смысл того, что человек привык манипулировать другими людьми и за это поплатился своей. За это вот. Вот у нас есть финал, но нет ничего, что к этому привело. Поскольку эта история главного героя, как парня зовут? Да, это история Саши, нам нужно о нем что-то узнать, и какие-то его попытки манипулировать более безобидные, чем просто вскрывать вены на глазах у мамы. Вот. Теперь, значит, теперь общий такой комментарий. Писано, спасибо. Нам нужно что-то о Саше подробнее. Нам что-то узнать, как он пытался манипулировать другими способами, к чему это его привело. Может быть, такая история. Понятно, да? Все, Лен, спасибо. Кстати, общий такой небольшой комментарий по поводу сюжетов. Я так понял, очень хорошо, что вы свои истории берете. Прямо прекрасно. Реальный жизненный материал – это круто. Теперь смотрите, лайфхак. Один ход, который вам нужно запомнить раз и навсегда, когда вы придумываете историю. Смотрите, у нас есть какой-то персонаж. У нас есть некий герой. Ну, понятно, да? Вы все знаете о том, что герой должен оказаться в сложной ситуации. У него должна быть какая-то проблема, которую нужно решать. Вот дальше начинаю подсказывать вам. Когда у него возникает проблема,
Вот. Значит, у него всегда есть несколько выходов, друзья. Как правило, два-три. Он может поступить одним способом, да? Может поступить другим способом. То есть, например, женщина в семье дисфункциональная, она может бросить мужа, да? А может не бросить. Как только мы помещаем героя в сложную ситуацию, в голове у читателя, зрителя, в голове у нашего реципиента, да, назовем его так, возникают вот эти две альтернативных версии. Да? Женщина, у которой муж дебил, она его либо бросит, либо не бросит. Парень, которого бросила девушка, он ее либо вернет, либо не вернет. Так, первая история у нас была девочка, которую опозорили. Она либо выживет, либо не выживет. Вот смотрите, вот тут от вашего таланта зависит. Вам нужно придумать какой-то третий вариант, который будет не то и не это. Или и то, и другое вместе. Вот это называется хорошая драматургия. Потому что зритель будет очень рад, что его обманули. Зритель понимает, что либо бросит, либо не бросит. А ваша задача придумать какой-то третий вариант, третий совершенно неожиданный вариант, где, ну, например, сейчас навскидку, в духе тяжелого русского кино, вариант сейчас ужасающий просто. Она, короче говоря, как-то его так травит, что его парализует. Вот. В итоге он не может их бить, не может вредить, но при этом остается с ним. Она его как-то нейтрализует, не уходя. Например, вот тяжелое русское кино, вот такое же. Да. Во-первых, хотя бы не такое хотя бы тяжелое кино, но в принципе, да, герой вроде бы не отпускает свою возлюбленную, но находит себе новую любовь. Уже немножко это как-то делать. Хотя тоже, честно говоря, она бы виновата прозвучит. Какой-то неожиданный вариант, вот здесь он должен быть обязательно. Какой-то третий путь. Можно еще сказать? Можно? Да, коротко. Так, все мелодрамы какие-то простенькие. Да. Давайте вот у нас вспомним первое видео у Ирис. Вот. Там у нас были цитаты из «Эйфории». Современные зрители платформ испытают удовольствие, если этот парень поменяет себе пол вообще и уедет куда-то в другую страну. Вот это будет вообще не просто не просто, а просто что-то другое. Тоже навскидку это сказал, но вот нужно находить неожиданный выход из вот бинарных ситуаций. Не надо, ну вот выбрал вот это из двух. Нет, всегда выбирает третий. Понимаете, да, что? Все, переходим к лекции. А перед этим я запишу следующую лекцию. Так, кто хочет в следующий раз? Олеся. Фамилия? Шпан. Есть еще? Так. Алина. Новый зоопарк. Есть еще? Угу. Да.